Бусидо. Путь воина. Йоджи Анджо против Казу Ямазаки. Это Йоджи Анджо. И он говорит, что каждый раз, когда я сражаюсь против Казу Ямазаки, я чувствую, что он идет за мной просто по пятам. Я понимаю, что у меня все под контролем, но ему всегда удается повернуть это в свою пользу. И я думаю, причиной тому его опыт, его преимущество в опыте. Ему все время удается меня подловить в конце поединка. Думаю, что мне надо быть осторожным и в этот раз. Пришло время вернуть уважение к профессиональному рестлингу, к настоящему профессиональному рейтингу. Это цель UWFI. И мы хотим вернуть рестлинг таким, каким он был раньше. Думаю, что пришло время распространить его по всему миру. Говорит Йоджи Анджо. Казу Ямазаки. Ну, он, естественно, поет дифирамбы. Анджо, он говорит, что у Анджо действительно хорошая техника ударов ногами и руками, так что я буду осторожным с этим. Буду использовать собственную технику ударов против него. На самом деле, говорит Ямазаки, для меня не так важно, с кем я сражаюсь. Я просто хочу убрать всех со своего пути и постепенно победить всех противников и снова встретиться с Такадой. Вот, собственно, и все. Напомню, что Ямазаки является номером 2 в японском рейтинге профессиональных борцов Бусидо. И, конечно, он обладает колоссальным опытом. Казалось бы, вся статистика говорит в пользу Ямазаки. Но Бусидо непредсказуемый вид борьбы. И посмотрим, чем все завершится сегодня. Это Йоджи Анджо, он из Сайтамы. Ему 26 лет. И он все еще учится. Также он совершенствует технику ударов ногами, беря уроки кикбоксинга. Пришел Анджо к сегодняшнему матчу после 2 поражений от Дэна Северна. У него всего-навсего 6 побед и 16 матчей. Ну а это уже Казу Ямазаки из Токио. Ему 31 год. Он один из любимцев публики. Его сила воли – вот что притягивает к нему зрителей. В прошлый раз, кстати, он одержал победу над Козловски. И из 16 матчей он одержал 11 побед. Очень хороший результат. Ну что ж, перед нами 2 борца UWFI. Оба чрезвычайно разносторонние. Одинаково подкованы в технике ударов ногами и руками, а также в бросках, удержаниях и в борьбе на ковре. Так что практически нет у них слабых мест. Но сегодня должен победить только один. Вот сейчас технику свою демонстрировал нам Ямазаки, но не более того. Помахал он ногами перед лицом Анджо. Того, естественно, не удивишь такими вот замахами. У Йоджи Анджо великолепный костюм а-ля зебра. И вот, наконец-то, схлестнулись они. Пытался, ох, неплохо дважды атаковал Анджо. Но вместо того, чтобы довести до логического завершения эти атаки, он попадается сам на болевой. И что сейчас будет делать Ямазаки? Он оттаскивает Анджо на середину ринга, это естественно. Атакует, но пока не очень успешно. Очевидно, он сейчас будет переворачивать Анджо.
Да, совершенно верно. Перевернул, но и сам упал. Это уже Анжо в контратаке. Но в отличие от Ямазаки, он не стал оттаскивать соперника к центру ринга. Давая таким образом возможность Ямазаки в случае опасности прибегнуть к помощи канатов. Хотя и сейчас положение у Анжо самого не из завидных, скажем так. Кстати, и Анжо, и Ямазаки, они много тренировались с бойцами, которые специализируются в кикбоксинге. Оба спортсмена, кстати, тренировались именно в тайском стиле кикбоксинга. Посмотрим, поможет ли им это сегодня. Судя по всему, Анжо собирается атаковать. Совершенно верно. Левой ногой удар, неплохой. Но Ямазаки бросает. Прямо в середине ринга они находятся. Что будет делать сейчас Казео Ямазаки? Еще раз посмотрим. Очень хороший бросок, техничный. И выражение лица у Анжо не внушает какого-то оптимизма. Очень неплохо сейчас действует Ямазаки, и только канат. Вот, посмотрите, как он рвался к канатам. Не хотел отпускать Ямазаки, а лицо-то разбито. Губы, посмотрите, в крови у Анжо. Посмотрим, что будет дальше. Интересный поединок. Постоянно защищается очень неплохо Ямазаки. И удары ногами у Анжо не проходят. Но вот сейчас уже Анжо проводит болевой. Ох, какой неплохой захват он совершает. Перекрестный захват ногами головы Казео Ямазаки. Плюс захват руки, но ничего не получается. Ничего не получается у Йоджи Анжо. Отдыхают пока оба. Ну что, Ямазаки будет подниматься, наверное, нет? Совершенно верно. Ямазаки поднялся. Сразу же захватил ноги Анжо. И что будет дальше? Захват ноги удушающий. Вот это Анжо не позавидуешь. Там, по-моему, уже зуба нет. У Йоджи Анжо. Канат. Ну, посмотрите, как долго борются соперники. И всего-навсего 14-13. Счет. Только-только начинает меняться счет на табло. А сил уже нет, по-моему, ни у того, ни у другого. Ну и здесь, конечно же, борьба нервов. У кого лучше техника. И кто допустит ту самую единственную ошибку, которая приведет к поражению. Пока не чувствуется желания особого проигрывать ни у одного, ни у другого атлета. Хорошо сейчас атакует Ямазаки. Все-таки вот что такое опыт, да? Великая вещь. Малейшая расслабленность у Анжо, она приводит к тому, что Йоджи находится в неприглядном положении. Видите, нога Анжо на канате, 14-12 впереди. А впереди Ямазаки. А у
удары Анжо в основном в холостую работают. Ох, Анжо перешел в контратаку неплохую. Удушающий, да? Так думают все, только не Казуо Ямазаки, судя по всему. Совершенно верно. Судья спрашивает, ты, мол, гивап, сдаешься? А Анжо говорит, нет, не дождетесь. Ох, как наступил на ногу Анжо Ямазаки, а? Вы посмотрите сейчас, Ямазаки не позавидуешь, действительно. Очень неприятно сейчас Ямазаки. Начинает его Анжо ломать. Ломать постепенно. Канат. Неплохо. Сейчас атаковала Анжо. 13-12 уже. По-прежнему впереди Ямазаки, но уже не столь явно его преимущество. И никто не знал, что будет открыт счет. Конечно же, 10-12 уже сразу же. 3 балла вписано. Очень неприятный захват сейчас показал Анжо. И, конечно же, Анжо развивает преимущество свое. Ему надо сейчас атаковать, но главное не пропустить вот таких вот ударов, болезненных чертовски. Перелом носа, судя по всему, нет. В это время, естественно, Ямазаки использует по назначению, чтобы немножечко отдохнуть. Все-таки вложил он Анжо очень неплохо коленом в нос. Ох ты! По-моему, боюсь я, Анжо не сможет продолжать бой. Мне так кажется, потому что пропустил он очень неприятный удар ногой в лицо. И Анжо готов продолжать бой. И мне кажется, это может плохо кончиться. Судье надо останавливать бой, останавливать. Ямазаки таким образом убьет его. Анжо может и не встать. Да. Бедный Йоджи Анжо. Вы посмотрите, вот. Раз удар, два удара. И сейчас третий. 3. И коленом еще получает Анжо. Но никак не мог он уйти от этого монстра, которого зовут Казуо Ямазаки. Ничего не соображает сейчас Йоджи Анжо, но естественно. Может идти сам.